Я увидела только вспышку и только успела девочкам крикнуть. Все на пол, и все. Все покупатели, что были, на пол упали. Все продавцы, ну, фармацевты, все упали на пол. Ну, все посыпалось, и все. А потом началось задымление, все начало гореть. Одна девушка, женщина зашла, у нее кровь била с руки и с ноги, на руке была очень большая рана. А вторая, ее занесли, тут парни были военные, занесли, у нее прямой видно перелом, потому что кость торчала, на ноге она белая была, вся, ну, в сознании, но, по-моему, она в шоке была, пока ей там оказывали первую помощь. Там дальше с той стороны еще можно.